Доброе время суток, уважаемые моделисты! Представляем ваш обзор содержимого коробки новинки фирмы Kitty Hawk. Вертолет Little Bird, маленькая птица в 35-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Недавно на нашем канале был данный вертолет в том же масштабе, но это немножко другой набор. В набор добавлены миниатюры. Вот они, 6 человек. Как на картинке, 2 пилота и 4 бойца спецназа. Фирма Kitty Hawk. Давайте посмотрим, что внутри находится. Вертолет данный был принят на вооружение в 1980 году, как модифицированная форма легкого вертолета OH-6 и продолжает до сих пор находиться в эксплуатации. Разработка его началась в 1960 году, когда сухопутным войскам армии США потребовался многоцелевой легкий ударный вертолет. Очень известный по фильму «Черный ястреб», «Падение черного ястреба» данный вертолет. Максимальная скорость его составляет 281 км в час. Крейсерская скорость 149 км в час. Длина полета составляет 429 км. Вернее, дальность полета. И потолок 5699 метров. Модификация J, которая предлагается в этом наборе, это новая версия с улучшенным GPS и бортовой инфракрасной системой улучшенного обзора и улучшенная двигательная система. Ну, давайте посмотрим, что находится внутри. Я, к сожалению, не нашел количество деталей в каком наборе. Размер модели тоже не обозначено. Ну, 35-й масштабный вертолет, конечно, это... Ну, есть такие, Трумпетер выпускает данные модели 35-го масштаба. В основном, конечно, рассчитаны для диорам, по моему мнению. Всего в комплекте 3 ледника. Довольно много мелких деталей. Качество данной фирмы, как и данной модели, оно на высоте. И вот третий ледник. По пластику это все. Есть такая коробочка. Предположу, что здесь у нас прозрачные детали. Большой огромный фонарь. Очень хорошо сделанный, прозрачный. Как уже сказал, давайте пока солдатов посмотрим потом. Сейчас покажу вам декаль, которая лежит в комплекте. И набор есть плата фототравления. Теперь переходим к смоляным деталям, как раз к фигурам. Фигуры полностью собранные. Оружие идет отдельно. Это смола. И пилоты. Кресла пилотов тоже смоляные.
Инструкция. Инструкция у нас цветная, глянцевая прекрасная бумага, отличная печать. Все, что находится в наборе, подальше. Можете посмотреть на первой странице. И сборка. Очень подробная. Здесь начинается с интерьера сборка. Цветная вкладка. Что как красить. Даже две. Сейчас вернемся к ней. И в конце уже собранная модель. По вооружению тоже есть информация, что как и с чем идет. Вкладка вот такая цветная. Операции в Сомали, первый вариант. Это модификация вертолета MH6G. Второй вариант AH6G. Третий вариант, который вы можете выбрать, это также операция в Сомали. AH-версия вертолета. И операция в Сомали тоже у нас и в четвертом. Краски, как я понимаю, даны от фирмы Ганза, мистер Хобби. Артику модели KH5004. Приобрести данную модель вы можете уже сейчас на нашем сайте itremodelist.ru. Я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, кому понравилось. Увидимся, услышимся. Пока-пока.